Всем привет, друзья, это канал «Теннис без названия», меня зовут Хуан. И вот прошла неделька, я снова вернулся в Финляндию. На сей раз мы едем в город Васса, там будет фьючерс 15К, и мы начинаем. Погнали! Я в Таллине, прилетел из Барселоны, сейчас беру такси «Болт» за 6 евро и еду к Бекхану. Братулёк! Мы с Бекой решили по грязи добираться в Вассу, то есть экономить на всем, что можно. Купили электронный билет на паром за 39 евро. А здесь могла быть ваша реклама. Мы бесплатно доехали на трамвае до электрички, не стали платить 2,80 евро. После мы купили студенческий билет до Вассы. Нас спалили, но ничего не сделали. Халява. Мы находимся в Тампере, здесь у нас первая остановка. Говори, куда идти. Я не знаю. Сегодня в Тампере хоккейный матч, идут болельщики. До 31 августа можно бесплатно ездить. До 31. Да, просто показываешь украинский паспорт и едешь. Именно сегодня ремонтируют железные дороги. И поэтому у нас пересадка с автобуса. Домой хочу. Приехали мы в Синайоке, ехали 2:40, устали Васса, очень. Васса! Васса, Васса! В бизнес-классе едем по студенческому за 30 евро. Ты какой раз садимся, да, сюда? Мы еще ехали из Куалы тоже на бизнес-классе, ничего нам не сказали. По-грязному едем, очень по-грязному. О, вообще кайф, как будто реально... И вот эти 20 часов, которые мы в пути уже, или там сколько они я... Они незаметно пролетают. Они незаметно пролетают. 22:30, я вышел в 4:30. Еще нам осталось 10 минут на такси. Сегодня Лига Чемпионов, надеюсь, успеем. Полку. Только сел и уже... А как так, за что? Ура, приехали. Ну, ехать 5 минут. In what room Denisov Ivan is living? Братулёк, зачем я тебе рассказал про Финляндию? Так, заехал в номер, вот две кровати, пока сегодня живу с носом. И Лига Чемпионов, чтобы вы понимали, только начинается, хотя время уже 22:20. Брош! Брош! Да, блядь, ты быстрый! Твою! Перекрой! Брош! Побежал, сам. Блядь, козелёк. Рот хорош, блядь, ныть! Выбей! Блять, да ну нахуй! Блять, держать! Блядь. Хорош! Хаванли! I'm changing who I am. I'm made. Вот такая вот будочка судейская. Серьезно, нужен код? А какой пароль, Ванек? Какой пароль? На горшке сидел король. 1, 2, 3, 4 опять? Офигеть, вот этот тип очень похож на Корду. Даже играет как он. А тут пансионат и три кортика стоят, да? И типа это, ну, лес реально, вот лес, река и все, но здесь реально нечем. Это как Самаранч, только на Самаранче более атмосферно. Ну и на Самаранче сколько кортов? Да. Самаранч... А там есть пансионат на Самаранче? Нет. А вот нету пансионата. А вот нету, а вот он есть. Должен быть. А должен быть. Где деньги? Себастьян. А я не понимаю, что здесь в Васе делает Себастьян? Он после Ролан-Гароса приехал? Ставили. А, ну ё-моё, ну бег. Я, да нахуй, зачем? Не, у сетки. У нас турнир, зачем? Согласен. Ну попаду я. Это ему... конкурент твой! Ну, А, скафа, блин? Какой скафкорда? Вот он. Ну, селочка. Все, о, бля. Снимай. Ну прикинь, вот так только, блядь, 200 км, блядь. Я сейчас ему ёб. Не, бля, не бей сильно никогда. Подожди, Хуан, я отойду, чтобы ты было видно. Да, видно? Блядь! Так и не было договоренности про слета. Ну, бля, тёлка. Слета бью, правильно? Снимешь, как я ему засажу? Ой, блядь! Бля, Хуан, ты, конечно, слишком жесткий. Я же говорил, не надо. Нос нормально? Было честь с вами поиграть, но это не моя битва.
Бля, пипец, какая потная была сейчас, честно. Гер находится на втором этаже в отеле. В конференц-руме. Hello. Hi. Мы потренировались, сейчас поедем на великах, они бесплатно здесь, в S-Market купить, покушать. Охереть! Просто чувака не видел 6 лет. Да, 5 лет прошло. В S-Market. Если будете в Финляндии, всем советую брать вот этот тортик, очень вкусный, рекомендую. У него велик украли. Нет, выкладил, нос его как получил, сучка. Знал же я, блядь. Знал я, что... Thank you very much. Новые мячики. Сиди. Видел, как он открыл. Какой он сказал никогда. Давай чувака попросим открыть. Sorry guys, do you know the password? This one is open. Ну как так, а? Ну вот как? А я что, видел что ли? Я вообще о болячке думал. Потренировались с носом, сейчас пришли поиграть в пул, тут еще есть дартс. Мне здесь очень нравится, круто. Okay. If you make a foul, you put it wherever you want, or you put it behind the line? Where you want. Yeah. Понедельник, стартовала квалификация, мы можем тут наблюдать светотень, что очень неприятно, да, Егор? Что очень неприятно. Ну, сейчас уже, конечно, час, и она уже почти сошла. Корт 3, тренировочный. Бека делает сетку, я бегу смотреть. Я не доверяю этому грязному серому мышонку. Вот сидит серая мышка. Я с этим играю. С кем? Немец какой-то. А, да? Какой грязный, вытащил мне юниора. Я вытащил одного себя, и потом я положил телефон и вытаскивал вот этот чел. Он мне даже дал, типа, возможность просто вытащить самого себя, вот и все. Я тянул до того, как я себя вытащу, и все. Поэтому не надо говорить, что я кому-то плохую сетку сделал. Я никому не плохую. Ты бару вытянул неделька. А, нет, бару вытянул, да, бару вытянул неделька я, да. Да, согласен. Бару неделька я вытащил. Давай, Ванёк. Егор, какая твоя любимая пятнашка? Шален в Польше. Бег? Казань. Худшая пятнашка? Которую ты играл. Подумать надо, подожди. Каир. Да, Каир. Я только хотел назвать Каир. Каир, знаю, что, тобой, да? Что ты думаешь, блядь? Конечно, вообще, Каир, там Каир, это вообще. Хуже места нет на земле. Ванёк дал базу в первом в квале. Очень обидно. А где вы хаваете? А где здесь тормоза? Где найдем? А, я понял. Тебе самый маленький дали, да? Да. Ну да, ты... Все, во сколько? В 3:30? В 3, давай, в 3. Все отлично. Отправляем посылочку. Струны еще сильнее. Погоди. Пожалуйста. Еще можно натянуть ракетку самому за 7,50 евро. А так 15 евро стоит натяжечка. Мы находимся сейчас на 4-м корте, он прям совсем новый. С Ваньком сейчас будем играть парку. Это видеоблог. Вот. Здесь аквапарк, корт. Так, пошел дождь, и нас переставили играть в индор. Вот, мы приехали в теннисный центр. Нам сказали, что здесь есть 3 закрытых корта и 4 открытых грунта. Магазинчик тут есть. И ванна. Вот такие 3 корта. Ну это зря, блядь, это такая ерунду, ты... Попалечка! Блядь. Ты... Фух. Офигеть! Как же он хотел его обыграть, посмотри на него, блядь. Сегодня у нас среда, снова дождь, нас поставили играть все одиночки в индор. Здесь ракеточку вы можете натянуть за 10 евро.
Пауля. Что он делает? Легенда. Согласен. Какой трансфер, Порш? Офигеть. What do I do in life? I play poker, actually. You play poker? Yeah. It was at Prague. You know, European poker tour? Yeah, European poker tour. Yeah. I live in Prague. All right. Yes, I'm from, not from Czech Republic, but I live there. All right. Yeah. Нас довез чел на Барше. Он заработал на эту машину, играя в покер. Пацаны, походу нужно... После заканчивания с теннисом покер пошли играть. Просто, я не знаю, будем блефовать, я не умею в покер играть, но я научусь, если и буду такие деньги зарабатывать. Кушаем мы на турнире исключительно, закупаясь в Лидле. Вот, там рядом находится еще Макдональдс. В отеле не получается кушать, потому что очень дорого. И он подает очень слабо. То есть мне скажешь, у него вторая очень слабая. Я уже с первого мяча начал. Да ну. Зажала пизда, просто, блядь. И какая пизда, меня зажала просто как суку, нахуй. Просто как суку. Зажала. Как его зажало, типа? Ёпта. I like it if we can play tomorrow afternoon only. Look, I think during the night it won't. So. Yeah, you never know. You have to see. Мы встретили русского парня в Финляндии, который здесь живет. Расскажи, как тебе тут? Мне очень хорошо. Хорошо здесь? Лучше, да, чем в России? Конечно, в России тоже хорошо, очень хорошо. Но где лучше? В Финляндии. В обоих странах хорошо. Нет, ответь. Нет. Сыкло. Сыкло. Даже здесь, суд сказать. Мне здесь хорошо. Дорого здесь, правда, да. Но если ты зарабатываешь здесь как настоящий викинг. Здорово. Теннис хорошо играют, но только в Хельсинки. А везде в остальных. Где ты тренируешься здесь? Ханка. Там хорошие игроки? Ну так, я самый лучший, можно сказать. Ты какой стоишь по своему возрасту? Я третий. Ты третий? С конца. Нет. Все, конец нашего влога. Все факеры в нашей группе, которые были, все уступили. Бека. 0-4 сегодня. 3-7, я в трех, но в двух тоже тай. Не, я 0-4 не проиграл. 6-7. Я проиграл 6-7-6, но я, Леня, Нос и Матвей, группа факеров сегодня просто лузер тим нафиг. Это пиздец. Пизда, нет? Все, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых скоро встреч. Увидимся. Подведем итог. На поездку у меня ушло 650 евро, транспорт 450 евро, еда 150 евро, плюс мелкие расходы. Забыл еще посчитать отель, плюс 290 евро. Я заработал 203 евро, Бека 235, Егор 320. Я сейчас нахожусь в Барселоне, буду усиленно тренироваться 3 недели, поэтому влога в ближайшее время не будет. До новых встреч, увидимся совсем скоро.